фигура Катерины Каваса замечательная, потому что мы рады, все историки, специалисты, музыканты, просто мы рады, что эта фигура постепенно появляется в нашем музыкальном мире. Почему? Потому что его незаслуженно отодвинули в советские годы. Была идея, что в нашем музыкальном прошлом надо возвеличивать какие-то фигуры за счет того, что все остальное как-то так отодвигать на второй план. Это не совсем правильно. Потому что Глинка с его знаменитой оперой «Жизнь за царя» в 836 году, он появился ниоткуда. Российский музыкальный мир к этому событию шел. Почему? Потому что ради Глинки в советские годы забывали все. Забывали, что первые исторические сюжеты на русской сцене, драматической сцене, музыкальной сцене, стали появляться в конце XVIII века. Инициировала их Екатерина II. Она предпочла обсуждать историю в театре. Ей казалось, что это нравоучительно, что это правильно. Но я вам скажу, что в XIX веке, особенно когда началась Великая Отечественная война первая, конечно, исторические темы тоже оказались важны и стали вспоминать историю. То есть в эти годы стали еще раз вглядываться в события истории, которые были. И я вам скажу, что в 12 году стали появляться статьи, например, Глинка, я имею в виду другого Глинка-литератора, опубликовал массу материалов о историческом прошлом. В принципе, знаете, в российской истории весь XVIII век был такой подспудный, интересный, планомерный такой внимание к историческому прошлому. Почему? Потому что русское государство устанавливалось по-новому. Это нормально. Обсуждались исторические темы. Кому-то не нравилось, что Екатерина была избрана нелегитимно. А сама Екатерина предпочитала найти аналогии с собой у варягов. Вот она один из варягов, которые всегда были в Российском царствовании. Так что у нее полно исторических сюжетов с музыкой, которые шли на русской сцене. Вот я скажу, что 90-91 год, премьера последней из таких исторических представлений. Она называла это «Исторические представления» и «Подражание Шекспира». Начальное управление Олега. То есть у нее был Рюрик, потом Олег и должен быть еще Игорь. Это большие пьесы с хорами на русские такие исторические темы о историческом прошлом русского государства и так далее. После этого, после Екатерины, через Павла, когда история пришла к началу XIX века, и появилась необходимость об истории думать еще по-другому, потому что появился Наполеон, появились сложные отношения с Европой, с европейскими государствами. В этот момент как раз интерес к истории оказался тоже полезным, потому что вот могу вернуться опять в XVIII век, потому что потомки того самого Ивана Сусанина, который уже тогда был как факт установлен, вот как бы эти материалы становились все более доказательными, литературно выраженными, оформленными, то есть публикации на эти темы были. И вот один из нашли документы, что в начале XVIII века, в 1730-е годы, потомок Ивана Сусанина обращался с просьбой к государю, по поводу государыни тогда, с тем, чтобы его освободили от каких-то податей, налогов, ввиду того, что он потомок именно Ивана Сусанина. То есть, знаете, у всего это был живой процесс понимания, осознавания себя в истории, как нового исторического целого, как нации, как культурного единства и так далее. Так что к началу десятилетий XIX века, к тому моменту, когда сначала Сергей Глинка обратился к теме Сусанина, к предыстории, разного рода документы, есть публикации. То есть Шаховской использовал материалы документальной публицистики, которая к этому моменту накопилась. Более того, Шаховской, может быть, слукавил относительно истории. Почему? Потому что у него Сусанин спасается. Сусанин не гибнет, хотя были документы, где цитировалось, что Сусанин действительно погиб, его как раз польские и литовские люди растерзали. Сегодня это выглядит так, как-то острополитично. Но я хочу сказать, что вот все эти исторические факты у Шаховского обрели смысл. Знаете, жанр здесь определять очень сложно, потому что в России весь XVIII век перенимала европейский оперный опыт. Присматривалась, приноравливалась к тем жанрам, которые европейский театр предлагал. Поэтому наиболее близким жанром можно было бы назвать французскую оперу «Спасение». Например, 803 год – это год, когда появился в России «Водовозский Рубини», одна из популярных опер. Я хочу сказать, французская опера «Спасение», где сложные события, страдания, народ, герой, герой из народа, спасение и так далее. То есть вот такие фундаментальные национальные идеи – это как раз французская опера «Спасение». Но
Не надо забывать, что сам Шаховской человек был чрезвычайно предприимчивый. Он, как Кавас, вот в начале XIX века были такими театральными начальниками литературной части, музыкальной части. Кстати, надо помнить, что, например, Кавасу принадлежит не только заслуга в написании этой замечательной оперы. Кавас известен как человек, который преобразовал музыкальный мир этого времени. Он перестроил оперное дело тем самым, что он разделил оперную, например, и драматическую труппу, он реорганизовал оркестр. То есть он человек, который реально занимался почвой музыкально-театрального искусства. И вот когда они вместе занялись этой вещью, Иван Сусанин, я вам скажу, что у нас сегодня сложное представление, как это могло бы быть. Это состоялось в том жанре, который был близок и понятен русскому миру театральному. Я бы назвала этот жанр водевильной оперой, потому что это не в прямом смысле опера спасения. Это опера, но ведь сами авторы назвали как русский анекдот. Анекдот, кстати, у анекдота был смысл тогда не такого комического события, как мы сегодня привыкли думать. Анекдот – это некий случай из истории, который достойно рассказать. Он нравоучительный, показательный и так далее. Вот такой случай из истории – русский анекдот. Эта опера обладала всеми чертами, которые роднят ее с многими жанрами. То есть там были разговорные сцены. Если мы говорим о либретто, то это фактически пьеса Шаховского, в которой были указаны места, где вступает музыка. То есть вот таким образом интрига развивалась в литературной части, музыка иллюстрировала, уточняла, живописала характеры. Но вот здесь надо сказать, что как раз то, что в этой опере много русских песен, это стали сейчас осторожно отмечать. Это было всегда. Там, я, конечно, не упомню всех их, но там очень много народных напевов в ключевых сценах, в русских сценах. Но сам факт того, что на оперной сцене стали появляться народные мелодии, звучать, это вообще заслуга Екатерины, потому что по екатерининским указам в ее пьесах музыку, которую писали к этим пьесам порой разные авторы из ее круга, придворные авторы или околопридворные, там всегда она указывала, какие пьесы она хотела бы услышать, какие народные песни. Так было вот с начальным управлением Олега, 790 год, так было и в «Федул с детьми». Там цитировала она не только народные песни, она пыталась процитировать и то, что есть такая народная песня, авторство которой все же приписывалось Елизавете Петровне. Вот такие всякие нюансы. Так что почвенность русской музыкальной ткани в опере всегда обсуждалась. Для русского человека, близкого к театральным кругам, это было понятно. То есть это такой планомерный путь к тому, чтобы Россия обретала свой национальный театр, где будет узнаваемая музыка, где будет публика слышать что-то близкое себе. Так что это уже не ученичество, это использование существующих форм, но приспособление их к российской жизни, к российским нравам, склонение на российские характеры. Такие тоже были определения. Склонять на что-то. То есть вот как-то приспосабливать к себе, стараться, чтобы все усвоенное, оно отражало все-таки настоящий интерес тех, кто живет в этой стране. Ну, вот смотрите, перед нами сочинение, в котором два, в общем-то, очень заметных в художественном мире России начала XIX века, два очень заметных человека, Кавас и Шаховской, в принципе, очень дружно, активно образовали вот этот художественный проект, который, на самом деле, был более популярен, честно, положа руку на сердце, более популярен оказался при жизни Глинки, еще был более популярен, чем опера Глинки, которая вышла в 1936 году. Возможно, Глинка в связи с этим назвал свою оперу «Жизнь за царя», потому что Иван Сусанин уже формально был. Но обычно историки выпускают еще одно третье звено в этой цепи. Представьте, если бы вы были Глинкой и представили, что в 1936 году вы в третий раз за 20 лет приходите к одной и той же теме. То есть русский театр за 20 лет трижды коснулся одной и той же темы – подвига Сусанина. Я упоминаю пьесу 1933-1934 года, автор которой был Шаховской. Вот такая драматическая хроника, она называлась «Смольяне» в 1611 году. Вот вам еще раз предыстория сусанинской сюжетики. Почему? Это как бы смольяне гибнут, защищая Москву. Они на пути врага стоят, а враги кто? Поляки –
литовцы, вся Западная Европа таким вот разномастным лагерем. Она двинулась к захвату Москвы, к тому, чтобы был пойман Михаил Романов и так далее, чтобы пострадала династия или чтобы вообще прекратились какие-то династические традиции в России. Вот на пути этих людей встал Смоленск. Жители Смоленска погибли, защищая Москву. То есть они сгорели в храме. Вот этот величественный такой драматическую фреску делал, но уже не Кавас. Музыку здесь писал ученик Каваса, Дмитрий Алексеевич Желихов, такой неизвестный русский автор, ну, многим запомнившийся в русской музыкальной истории, о нем есть некоторые статьи. Такой вот человек был нами открыт лет 20 назад. Мы разобрались. У нас есть в архивах дирекции музыкальных театров есть материалы, принадлежащие его перу. То есть он тоже автор оперы и так далее. В принципе, Кавасом, как человеком, который не только руководил в театрах, писал сочинения для театра, Кавас как педагог, который преподавал в театральном училище, ставил голоса, знал конкретно тесситуру голосов. Вот знаменитая Воробьева со знаменитым Меццо, которая спела у Глинки Ваню, знаменитый образ Вани, такой контральтовый низкий голос, еще называется женский бас. Вот такой красивый тембр он нашел. Она ведь была просто хористкой. То есть люди в те годы, очень многое зависело от капельмейстера, потому что у людей практически, тех, кто учился в школе, это были вольноотпущенные городские люди или крепостные, которым разрешали, давали вольную и так далее. Дворяне ведь не учились в таком училище. Поэтому такие люди, не имея образования, могли надеяться на случай. Вот голос яркий был замечен, она оказалась в центре и стала прекрасной певицей. Учеником же Каваса явился и ее муж Петров, тот, кто исполнял роль Сусанины в опере «Жизнь до царя Глинки». Мы знаем о том, что эти две оперы, кстати, шли рядом довольно долго, и капельмейстером долгое время был Кавас, и в том, и в другом случае. Это вовсе никак не создавало никаких, не знаю, там, неловкостей. Это было естественным делом для театра. На Глинку, безусловно, этот проект повлиял. То есть он не мог писать свою оперу, не зная об этой. Тем более, что рядом был сам Кавас. Кавас, здесь не о ревности идет речь, а о том, что профессиональные свершения этого времени Глинки были видны. Ведь Глинка только что учился. Глинка учился, специально ездил в Италию, специально ездил в Германию, смотрел, как выглядит голос, какие удобно вокальные обороты использовать, чтобы голос выгоднее звучал. Но в сравнении с героями получилось так, что семейный ансамбль, вот идея того, что герои могут образовывать в опере семейный ансамбль. Не просто дежурные участники входят, выходят, уходят, исполняют свои входные арии и так далее. Нет, есть семейный ансамбль Сусанина и его близких. У них у всех есть выходные номера и так далее. Есть, конечно, лейтмотивные элемент. Я не скажу, что есть лейтмотивизм, но есть повторы некоторых тем, то есть репризы музыкальных тем, которые зритель от увертюры слышит к финалу оперы и так далее. Сусанинские, там есть такие реминисценции. Но при этом образ поляков, вот с образом поляков, образ российских людей и семейного вот такого тандема Сусаниных, он соотносится. То есть здесь есть некое противостояние. Идея того, что образы должны противостоять в опере, она становится, как мы все думаем, актуальной из Глинки. Ничего подобного, она становится гораздо раньше. Значит, если в 15 году образ поляков подчеркнуто не вокален, он подчеркнуто такой маршево-инструментален, в то время как русские люди образ более вокальный. Это, кстати, справедливо, потому что российский мир по своей природе преимущественно вокален. Вы знаете старую истину, если есть Троица Рублева, то есть Господь Бог. Вот если как единственный инструмент, который приемлет православная церковь, православная культура, это инструмент с душой, то есть голос человеческий. Вот вокальный русский мир и противостоящий ему такой инструментально-маршевый, обретающий какой-то смысл силы насильственной, давящей, так сказать, теснящей российских людей. Но ведь в отличие от художественной, от документальной правды, у Шаховского Сусанин выживает. Он еще успевает принять поздравления в том, что он совершил подвиг, ну и так далее. Шаховской ведь думал о слушателе, о зрителе. В принципе, ведь Шаховской очень умелый драматург своего времени.
Он сумел даже преодолеть такой момент неловкий того времени. Над ним посмеивался Пушкин. Более того, Пушкин оставил о нем эпиграммы о том, что он маленьких ежей родитель, зная, кто живет рядом с Шаховским, актриса Ежова. Но дело в том, что при этом Пушкин не сказал ни слова о том, когда увидел, каким образом в 20-е годы Шаховской стал переделывать его поэмы, в частности, поэму «Руслан и Людмила», сделал из нее несколько постановок и так далее. То есть театр стал заниматься Пушкиным с подачи Шаховского, потому что у Шаховского очень такое острое чувство было театральности, что зрителю понравится. Мы знаем, что и балет «Руслан и Людмила», и представление по одной балладе Фина, трилогия «Фин» была сделана с музыкой Каваса. А дальше были еще постановки и так далее, к которым имел отношение. «Бахчисарайский фонтан», пожалуйста, тоже «Керим-Гирей», «Крымский хан». Вот это все пушкинские тексты, которые обрели театральную жизнь с подачи Шаховского. Пушкин наблюдал, но, заметьте, не протестовал. Зато он перестал писать колкие эпиграммы в адрес Шаховского. Так что тут есть такая, знаете, структура самой жизни, ткань жизни. Жизнь примеряла или соотносила очень многие, казалось бы, несопоставимые вещи. Так что Кавас и Шаховской – это участники глинкинского мира. Но видите, они, это как бы идея пребывает в разных стадиях, органично переходит от одного поколения к другому. От поколения Шаховского и Каваса она переходит к поколению Глинки и дальше. В любом случае, народный подвиг, подвиг героический, подвиг с звучанием новых стилевых мелодических моментов – это все интересно русскому миру, это все пригодится в русской истории, потому что после… Знаете, вот Глинка будет уходить из этого мира, думая о том, что он никому не нужен. Вы знаете, глинкинская жизнь – это такая большая жизненная драма, которую мы тоже, в общем, с подачи такого ура-патриотического советского музыкознания иногда не понимаем. Глинка на какой-то момент потерял интерес к написанию своих вещей. Почему? Потому что контакта с аудиторией, понимания не наступало. Глинка, может быть, возможно, очень далеко видел вперед. Какие-то вещи он сумел предугадать. Но зато вторая половина века – это просто воспоминания о Глинке каждый день. Мне вообще, в принципе, глубоко симпатично, что история нашей культуры сегодня поворачивается к более подробному взгляду в прошлое. Ведь прошлое такое, как в советском варианте, это так по верхам, не видеть каких-то мелочей, видеть крупные важные события. Вот культура как раз интересна тем, что из культуры произрастает искусство, из мелочей жизни складывается некое художественное явление, которое потом становится видимо на большом расстоянии. Видите ли, у Лотмана есть замечательная работа «Театр и театральность в русской культуре». Первая треть XIX века как раз тот мир русский, где в театр ходили переживать искренне, не таясь, не каким-то образом сдерживая себя. То есть театр – это сфера, где дух жил свободно. Поэтому любые эмоциональные всплески, любые сюжеты, которые побуждали мысли, ну, позитивные или волнующие мысли о жизни, все это приветствовалось. И человек в театре чувствовал себя более свободно, чем в обычной жизни, потому что обычная жизнь – это сословное общество, где действительно простонародные темы могли звучать как-нибудь, может быть, оскорблять какой-то эстетический взгляд или царапать чье-то ухо, но не в этом дело. Дело в том, что театр и театральность, они рождали в людях какое-то ощущение себя. Театр позволял взглянуть... Вы знаете, что ведь театр, театральные предметы были частью образования, например, у кадетов в высших государственных училищах, где учились молодые дворяне. Почему? Театр по идеям того времени, это весь 18 век эта идея вынашивалась. Элементы театрального искусства в военном образовании давали умение увидеть мир извне. То есть не только изнутри, как бы государственные, будущие государственные деятели должны уметь примерить на себя все, чем богат мир вокруг. То есть они могли представить разные ролевые позиции жизни. То есть театр как модель жизни – это не общий лозунг, это было буквально в образовании присутствовало. Так что на самом деле мы же знаем, что в 18 веке среди первых театралов были молодые кадеты и дворяне. То есть они как раз это, естественно, помогали некоторым постановкам, участвовали в них, потому что это часть их образования была.
часть культуры. Знаете, вот Екатерина ведь сама вводила как раз крестьянские темы. Она придумала жанр комической оперы, которого не было, аналогов которому в Европе нет. Называлась «Сказка из песней и сказок сложенная». То есть опера или пьеса с музыкой, сделанная по мотивам, по каким-то сюжетным линиям народных сказок. У нее действительно такие есть. Туда, правда, с такими народными, псевдонародными героями она как-то ухитрялась оговорить и политические ситуации того момента. Так что Горе-богатырь Косометович или там Боиславич – это все вот эти ее такие политико-фольклорные сказки. Но, тем не менее, народная, видите, она сама взяла курс на то, чтобы русский театр уходил от антрепризы заимствований. Вот смотрите, при Екатерине, которая пришла в начале 60-х годов XVIII века, при ней была так называемая эпоха пяти великих маэстро. То есть она, кокетничая и говоря о том, что у нее ей медведь на ухо наступил, они все понимают в музыке, тем не менее Екатерина пригласила пять великих итальянцев, которые посетили Россию. Многие из них прожили не один срок в три года, а гораздо больше. Кого я имею в виду? Первый, конечно, Буранелло знаменитый, Балтазар Галуппи. Вот его она пригласила первым. После него был Траетто. Дальше был Исарти, был Паэзиелло, был Чимароза. Ну, впоследствии приехал Мартин и Солера Винсент. Вот. То есть это великие итальянцы или великие носители идей оперы серии, которые как бы сюда приезжали преподавать, они преподавали, они обязаны были писать вещи по заказу двора, то есть они здесь работали. Но к концу Екатерининского царствования, уже к приезду, например, в 790 или 89 году, я сейчас могу ошибиться, к приезду Чеморозы, ее необходимость в присутствии здесь носителей той культуры ей показалась уже излишней. Почему? Потому что вот Чеморозу, как своего капельмейстера, она попросила написать хоры в тот же самый начальное управление Олега, русские хоры. Хоры в русском стиле, в портесном стиле. Чеморозу написал, как она сказала, слишком итальянское. Она это отвергла. Эти хоры отдельно есть, как хоры не пригодившиеся. А он сделал, как хоры из итальянской оперы. Ее это не устроило. То есть она активно так модерировала, чтобы театр шел в сторону русской стилистики. Я не хочу сказать, что Екатерина была каким-то сверхчеловеком, увидевшим историю России на много столетий вперед. Нет, конечно. Но есть некий практицизм и чувство острой актуальности момента. Вот этого Екатерине было. Поэтому все, что она сделала в театре, заслуживает внимания. Ведь все ее сочинения спустя столетия после смерти, ее сочинения вышли двойным потоком под редакцией Солнцева в конце XIX века. Когда в конце XIX века издали все архивы дирекции императорских театров, мы можем сейчас удивляться тому, как планомерно, всеобъемлющий, я бы сказала, универсалистский, была выстроена картина музыкального мира российского. Откуда он финансировался, кого он выпускал, какие сюжеты и идеи были близки, заказывались, что оказалось не очень близким. Так что вариантов того, что приземлилось в русском художественном пространстве, было много. Но вот выжило только то, что осторожно, правильно и, как сказать, вот так, я бы сказала, с должным напором двигалась в сторону национального интереса. Я думаю, что то, что мы возвращаемся сейчас к подробностям того мира, той жизни, это очень правильно, потому что ну, не бывает истории, где отдельно в безвоздушном пространстве висят великие имена. Мы должны видеть всю текстуру жизни, откуда они выросли, что им было симпатично, кто им помог, как выглядела идея накануне того, как она появилась у Глинки. Вот знакомство с Шаховским и Кавасом, с их Иваном Сусаниным, это замечательный пример того, что мы любим свою историю, мы внимательно к ней относимся, мы считаем ее своей. Мы не Иваны, не помнящие родства, а мы именно люди, вглядывающиеся, вдумывающиеся в то, что произошло в нашем мире. Это интересно, это поучительно. Человек, изучающий историю, всегда смотрит вперед. Это не человек, который смотрит назад. История всегда подсказывает, что будет завтра.